В Ульяновске на главной городской площади установили главный символ Нового года. Специалисты городского центра по благоустройству и озеленению с утра занимались возведением 20-метровой конструкции. Искусственная ель на металлическом каркасе в очередной раз порадует жителей и гостей областной столицы. Ель украсят шарами и праздничной иллюминацией. Официальное открытие запланировано на 24 декабря. В парке Матросова в Ульяновске предлагается обустроить мини-футбольное поле размерами 30 на 60 метров на месте бывшего хоккейного корта. Спортивный объект готовы проспонсировать Российский футбольный союз и областная казна. Регион принял на себя обязательство уложить искусственный газон. Заниматься на поле смогут все желающие. Рядом с полем появятся модульные раздевалки, инвентарные помещения и скамейки для зрителей. 695 контейнеров для непищевых отходов за 10 миллионов рублей закупает администрация Ульяновска. Маркированные желтые контейнеры установят в городе по нацпроекту «Экология». Собранный мусор впоследствии разберут по фракциям операторы мусоросортировочных комплексов. Места накопления отходов заведут в цифру по проекту «Умный город». Цифровая модель будет учитывать точное расположение мусорных площадок, количество контейнеров на них, количество жителей, которые пользуются этими контейнерами, что позволит своевременно вывозить отходы и держать процесс на автоматическом контроле.